11 января 2013 года в 0 часов 58 минут на пульт пожарной части 37 по охране города Нефтекамска поступило телефонное сообщение о пожаре в квартире, расположенной на первом этаже, значит, по адресу проспект Комсомольский, 52. По прибытию дежурного караула и в ходе разведки, значит, было установлено, что очаг пожара расположен в помещении зала квартиры, а также в спальном помещении квартиры были обнаружены два трупа мужчин. Значит, предварительной причиной является неосторожность при курении. Пока в данный момент проводится, значит, доследственная проверка.